Так-то хотелось на робота еще, мы тут с вами сидим. Вот и думайте, блядь. Там так-то Т5 в роботе лежит. Ничего, ничего, у нас еще среда есть. В среду, надеюсь, будете, блядь. А у Ланы моделька красивая. Ну да, в натуре. Поэтому тут и сидим. Ольку захилили? Угу. Ой, блядь. Ничего, сейчас ебанем. Только сыграйте. Сегодня я рыбу поел, давайте. Проверка. За 8 минут лежит, как думаешь? За 5, нахуй. Я 6, просто думаю... 6, 6 минут берется. Или 5. 5.30. Я 7. Просто думаю, плоску перепивать или... Не, не надо. Даю отчет. 4, 3, 2, 1. Лексион, не тыкай ничего. Просто это. Не тыкай, просто автоатакой побей, все рядом со мной. Вот сейчас укус передадут и дальше бей. А то еще танк укус получит, будет вообще весело. Сейчас отведу. Там это... Ну видно, что лагает, конечно. Не знаю, у всех так, как у меня или нет. Так что смотрите заранее, старайтесь. Считайте, что на вас метка может быть, поэтому будьте готовы. Антифиры, надеюсь, все 5 пристов на себя не забыли. Проверьте. Каждый раз, когда вижу, что приближаются тени, палец сам лезет к спринту. Так, ну, то же самое, давайте провернем. Ассалина огнестойкого, а Кази Дед Мороз укусим. Потому что они пожирнее, там взлет кого-то передачу укуса, хп может не фул быть. Вот. Ну и потом. Дерзкая выноси. Понадежнее будет. На спринтах не надо. У меня клиент вылетел. Как ник у тебя? Трайбл. Хорошо. Трайбл не кусаем. Ну там помрет, я думаю, на взлетке. Хилы не хилим трайбл, а на взлетке. Ну, чтобы он не помешал. А, все, все, он вылетел. Играем так. Вот после этой будет сейчас фир, готовимся. Антифиры. Так, шиве давай. Литр пива не сдохни, брателло. Массакру, Лучезара, вот сколько на хп. Угу, угу. Пойдет. Все. Так, сейчас посмотрим. Значит, этот самый огнестойкий лови Койла, Ассалина, Резельду, Дед Мороз, Холокина, Казик, дерзкую укусишь. Захилить, захилить, захилить. Вот. А дальше, когда 8 будет, будете передавать, уже обратите внимание на тех, кто укушен. Я попробую вам сказать. Дальше на выживаемость просто играем. На взлетке про ДПС абсолютно забываем, просто выживаем на себя. Укусы готовим. На максимум сейчас рейд подхитьте. Укусы готовимся передавать. Так. Готовим. Угу. Даем. Еще один укус, кто не передал. Ага, все. Все, теперь пережить взлетку, после нее укусы передать и добить, все. Готовимся. После вот этих теней, сейчас тени будут, 3 секунды, после них будет фир. Тотемы, трепета обновляем, инвайт, на ходу. Спальте с него фир, блять. Хильните его, сделайте что-то. Вот, спальте с него фир.
массакры, всю хуйню быстрее, баблы нажимаем, все, ничего не жалеем, блять. Камни жрем, на хп все три приста даем. Все. До передачи укусов 10 секунд. Укусы передаем. Никто, сука, вампира не превращается, и все спокойно будет. Только тени остается вынести. Все, давайте. Как только передадут, я скажу Геру. Передаем. Тени 3 секунды. Внимательно, тени секунды смотрим. На ком? Инсика выносим. Угу. Все, теперь, блядь, дерзкая, убить нахуй. Захуярьте. Или резай ее. Давайте Геру уже. Давайте Геру, похуй. У меня КД еще висит, я не могу. Все, похуй, тогда бьем так. Хуярьте под Геры. Все, это последний шанс. Остается тени и пакты только выносить. Пакт подвигались, захиливаемся. Тени секунда. Смотрим на ком. Этот самый экстензион. Угу. Дерзкая пиздец. 20 секунд. Нормально, нормально. Успеем. Под конец, когда секунда до берсы будет, баблы все паладины прожмете. Ну ничего, КД так тучки и шипешники прожмут, ничего страшного. Да должны добить. Успеваем, вон 11 секунд, вот пойдет. Ну вот. Ой, если багрух. Чё, заанролить? Чинка, бля. Чё, заанролить себе багруху? Как думаете, пацаны, блядь? Да заанроль, блядь. Я вот просто не знаю. Я, конечно, в математике не силен. Я бы, конечно, кому-то дал с рейда. А то пацаны скажут. Я бы либо ДЦшки. Ну, ДЦшки, конечно, такая шейка зайдет. Но она правда, это... Без манрегена, ну, в принципе, нормально, либо холику он. ДЦ она не зайдет вообще ни в коем образе, потому что у ДЦ... Почему? ДЦ, потому что там дохуя хосты. Ты в ДЦ 4, Т5 ходишь, в 600 хосты, в 2, Т5 150 хосты. Нахера тебе 6 с хостой? Так я же не про ДЦ, который из 2, Т5. Так я тебе про 4, Т4 сказал, что там есть ДЦ, типа вот ДЦ 4, Т4 ходит, 600 хосты. Посмотри, сколько дает багруха. Плюс у тебя два куска, всякая хуйня, ты там, блядь, 4 Т4 не можешь, лучше холи палу, блядь, всегда. Ну, холи палу, холи когда, пресс, когда, да. Только один вариант остается. Киризайт, у тебя какая шея? Так. Так, давайте, да. Давайте так. Печеньку, значит, давай. Сейчас печенька, значит. Печенька на ДКшника. Так, кому она там нужна? Это получается Рога, ДК, Маг, Друид. У кого там какие печеньки? Но сразу смотрите, печеньки вы берете с тем расчетом, что долго еще будете носить. То есть, что Т5 первые куски, но... которые мы сможем выбить, это перчатки и плечи. Потом с Келли идет грудак и штаны с каратреса. То есть это либо голова, либо грудак и штаны, если вы уверены, что долго их не выбьете. Это 100% голова под слизь. Кому-то надо в рейде? Мне надо. Так, тебе голову апать, да? Так, дота и дракон, да? Я не голову апать буду. Я буду ноги апать на арп. Так, дракон, чё апать будешь? Холокет, чё апать будешь? Голову, да? Так, Халокет. Я вот не знаю. Я, наверное, дам кому-то или дракону, или доте, наверное, Халокет. Потому что в тот раз с рука мы ебанули, я чумовой закинул токен на приста. Ну, как бы, что вы с пачкой пришли, чтобы люди не подумали, что вы пришли, и все, вам сразу сыпаться стало. Все хорошо, что вы понимаете, это самое главное. Вот, и вот теперь выбор между дотой и драконом. Дракон чё у нас? 17 дал. Дота чё ещё меньше дал? Вот кого апнуть с них? Давай дракону дадим, да, наверное? Бля, ну так-то я на 40 FHM 22 даю с лишним. Да, давай это дракону. У него Йона на аватарке, я думаю, он заслуживает. Чё это такое? Лига. Это пидор движ начался. Забить. Ладно, ладно, да, ну давай как. Может, мы паролим с ним? По-честному?
Дракон, что скажешь? Да, дракон каждый. Ну, киньте ролл еще разок по одному. И тот, и тот, и дракон, и тот. Я в ахуе. Охуеть, нет. Без базара, блять, получаешь токен. Дашь этот, ДС. На тебе ДС. Или печеньки. На тебе ДС, на печеньку одну меняешь, третий сам найдешь. Окей, спасибо. Так, теперь смотрите, ну, смотрите, какие дела, значит. У нас осталось, блядь, полчаса, это совсем мало, блядь, что делать, нахуй. Ну, типа, если задержаться еще на полчаса, можно пойти робота ебануть. Как думаете? Пойдем? Из целкаути? Ну да, ну, блядь, проф, я не знаю, нахуй. Че, кто сколько еще сидит? Да я хоть до утра. Ну я тоже. Слава, я на обоих когда зашел. Че, полетите на робота? Давай, нажимаем, да, кто на робота полетит сейчас? Тебе он Макс говорит, он на обоих персов повесил КД. Ну, получается уже минус тело у вас. Так. В смысле, у нас в рейде ты и Инсика, и Бурлокосом повешал, что ли? Да, что? Да. Вы же сначала меня просили, типа, это... На... Блять, на ком вы меня просили на хапале остаться? На Аларе, по-моему. На Аларе? А, блять. Завтра, думаешь, да? Сейчас что, рода дим? А нет, подожди, нету у меня КД. Это, походу, было на прошлом... Да, день. Да ты курнул, нахуй. Да, я курнул, походу, нету у меня только... Синдру? Ну, хуй знает. Чё, синдру или проф? Ну, пойдем тогда сходим трай дадим, что ли? Да лучше сейчас народу тактику на гер профа рассказать, один хер его убивать, это пошли. Хоть время не потратим. Пошли, добежим до профа, расскажу тактику. И завтра, значит, ну, я думаю, не знаю, ссылка начинать тухловато будет, может быть, с робота начнем. У нас, значит, куски, перчатки лежат у Киризайда и у Чезары. Вот. Если с робота выпадет прист и паловские куски, мы им просто вторые куски отдадим. Вот. И это очень-очень сильно апнет хилов. Вот. Это будет прям, блять, это будет супер идеально. Поэтому завтра все так же приходите в полном состоянии. Это откройте, идите краны там лево-право. Вот. И это у нас апнет хилов очень, это будет заебись. Завтра, значит, приходите все, ебанем робота, и у нас начнет прогресс увеличиваться. В принципе, все заебись, проф вообще не трудный. Сейчас раздуплимся немножко. Трай дадим я один. Я завтра на работе, минут на 20, наверное, опоздаю. Ничего страшного. Вот. Дальше хуйня осталась. Че, вот это вот мы самые простые боссы убили. Дальше там заходим все там, захилимся. Дальше осталось что? Проф несложный, синдра тоже несложная. Я вам объясню, что там делать, кто там был, кто не был. Все очень просто. Все легкое. Все легкое. Мне кажется, синдра тяжелая, бля. Нет, синдра самая легкая. Я просто объясню там. Синдра легче профа. Это самое главное, чтобы просто внимательность немножко была. Вот босс идет, да, берса 10 минут. Просто на 10 минут сосредоточиться надо и все. Вот. Ну а лич, соответственно, там берса 17 минут. Там немножко потруднее тактика. Там тоже объясню. Вот. Там, ну, очень отыгрывать надо внимательно, хорошо. Но тоже, я думаю, он упадет. Потому что люди вроде, ну, не совсем безнадежные. Нормально будет. Вот. И будем, посмотрим, там, что у нас. Я вообще думаю, если мы робота с вами ебанем, мы, ну, насчет Алара не знаю. Насчет Соляра тоже не знаю. Надеюсь, что Триня выпадет, и это прям нам что-то даст. Тоже думаю, такое себе. Я думаю, мы с вами пойдем рыбу ебанем в ЗС-ке. Ну и, соответственно, после Сипца, кто у нас там будет? Может ебануть. Марагрим, Гидрос. Вот эти боссы, с них хорошие тринки падают. И шмоточки вроде такие. Но основное нам завтра робот ебануть. И все, и у нас пойдет все нормально. Вот. Ну, насчет РС-ки. С нового КД начнем. Я там поставил рейды там. В календаре все есть. Будем тратить. Да, и резку надо. Резка тоже простая. Я в обычке упал, блядь. Че, дерзкая ушла или что? Есть инфа? В принципе, похуй, мы сейчас ставим. У нее цвет отрубили, она пишет.
А, ну ладно. Ну, если есть кто-то, то зайдите. Ну, в принципе, не знаю, на один трай смысла нет. Так тройдем. Значит, смотрите. Вот, даю на себя звездочку. Какая тут тактика, значит. Этот самый. Лексион, ты в кукле была? В этой луже пить. Хорошо, будешь босса водить. Потому что в кукле я профессионал. Вот смотрите. Идите сюда поближе. Вот этот треугольник я поставил тут в углу. Есть, ну я не буду вам про другую тактику рассказывать, где на циркуле убивали, без вот этой хуйни в углу. Вот эта хуйня в углу, это прям для такого рейда, где, ну, прям мы думать не хотим, там, сделать и все за нас. Вот это вот так примерно. Значит, чем отличается от Геры? Вот здесь на переходке появляется два сразу слизня, и красный, и зеленый. Вот. Кукла замедляет только красного, именно на переходке. До этого всех замедляет. Вот. Ну, я буду в кукле. Вот, выбирает, значит, на вас, в отличие от обычки, будет вешаться дебаф. На пол рейда будет красный вешаться, колба вешаться. Где дебафы смотреть? Правый верхний угол экрана, блядь. Холод трона, орда, вип, премиум. Вот там, блядь, будет вешаться дебаф. Он либо красная колба, либо зеленая, блядь. Если зеленая, вы встаете сюда спиной. Ждете, слизень подходит к вам, начинаете его бить. Хилы хилят, ДД дамажит, танки танчат. Вот, блядь, тактика. Значит, теперь этот... Красный. Что сделаем с красным? Вот половина тарейда, которая осталась, ну, то есть, на которой нет зеленой колбы, стоит здесь. Вот тут выливается слизень. Стоите примерно в кресте. Из креста РДД уже начинают бить. Если вы милик, ждете, пока выберет цель. Выбрала цель, подбегаете к красному, бьете красного. Хилы хилят цель красного. ДД дамажит, соответственно. Вот и тактика. Ну, все остальное, значит, все остальное. Чтобы убить босса, надо делать две вещи. Первое, не ловить пельмени. Даже три вещи. И второе, не ловить колбы. И третье, не стоять в луже. Это пиздец, это не трудно. Это нужно делать с закрытыми глазами. Дальше. Когда появляются слизень на обычной фазе, на первой, либо на второй, на боссе, милики будут стоять вот. Вот тут. Вот тут он выливается, тут он появляется. Как нужно стоять, это, так как нестойкие, и ты тут? Угу. Подойди, вот встань в квадрат. Вот, значит, смотрите, вот он слизень, а я такой, вот во мне в звезде, в мишке стоят милики. Объясняю. Вот, если он выбирает милика кого-то, то он взрывается, и взрыв происходит вокруг него. То есть, с какой бы стороны ты от него встаешь, в ту сторону ты будешь отлетать. Показываю, блядь. Если встать вот как я сейчас стою, я отлечу ровно в крест. Вот, примерно сюда, в эту сторону, 20 метров. Если я встану... Если я даун, если у меня IQ нету, нахуй, если я долбоеб, если я, допустим, вот с этой стороны решу побить, как еблан, я отлечу вот сюда, а нормальные пацаны отлетят в крест. И если слизень вторым выбором выберет меня, блядь, а тут никого нет, он просто подойдет ко мне и взорвется. Он взрывается на 220 тысяч. Урон делится вокруг цели. Это... Вот он взрыв когда дает. Вот он просто выберет меня, убьет. Ну, будет минус ДД в рейде. Чтобы такого не было, надо вставать с одной стороны. Очень просто. Встаете со стороны, чтобы отлетать в сторону РДД, блядь. Вот сюда нахуй. Вот. И все, что надо понимать. Ну, красный, соответственно. Вот, допустим, как мы с красным делаем. Вот там, допустим, колбы скидывать вводишь. Вот примерно сюда. Ну, не обязательно прям в ебаный кружок заводить. Просто примерно в ту сторону. Не обязательно, просто подвела вот так босса, вот так ведешь, потом хуяк вот так вот заворачиваешь, ага, обходишь его и все, и делаешь так, чтобы жопа босса была в кружке. Все, он поставил эту оранжевую поебень и выводишь. Вот. Значит, как колбы работают? Они ставятся, и через секунду они начинают, через две наносить урон. Они делают три тика, стоят 15 секунд, они делают три тика. Помимо того, что они наносят урон, они вешают дебаф, который снижает вашу меткость на 100%. Вы просто вместо урона будете промах смотреть. То есть, ну, милики, вы пробьете свой дамаг полностью в ноль. Вот. Их поэтому нельзя ловить. Надо отслеживать ДБМ, вот, и находиться на профе на максимальном рендже. Если видите, танк повел, значит, надо находиться, бить в лицо босса. Надо, ну, иметь это в виду. Если будете эту хуету ловить, вы просто проебете дамаг, и мы упремся в берсу, мы просто обосремся. РДДшники, вот касательно вас. Кто там самый у нас скиллованный? Кого можно ответственность дать? Ну, допустим, кто там? Ну, 3 балла, допустим, все знает. Вот, к примеру, вот тебе ассист, вот тебе звездочка. Кто совсем тугой, кто первый раз тут и прочая вот эта хуйня. Смотрим на звездочку, блядь. Вот
Я вот, допустим, стою такой, ага, в квадрате стоят милики с профом, бьют этого. Летит пельмень, блядь. На первой фазе их нету, на второй они появляются, и на третьей тоже есть. Вот. Значит, мои действия, блядь. Летит пельмень, там еще ДБМ говорит, еще эта хуйня в воздухе летит и крутится, нахуй, такое говно зеленое, блядь. Как маленький слизнюк на гнилом, видели? Вот такая же хуйня, только в воздухе летит. Что мы делаем, блядь? Их три штуки летит, или две, или три, блядь. Отбегаем, блядь, в любую сторону, какую вам угодно, блядь, право, лево, вот так вот отбежал. Вот, видишь, эта хуйня 12 метров радиусом упала, взорвалась, блядь. Если вы будете эту хуету ловить, что будет, нахуй, объясняю. Там на 300 или на сколько процентов это замедляется скорость каста. То есть, если вы, к примеру, хилили 1.5 секунды, то будете 6 секунд хуярить, нахуй. То есть, цепуха будет не 1.5, не 1.7, а будет 8 секунд хуярить. И вы проебете просто рейд. Просто, ну, мы просто вайпанемся, нахуй. Вот. Чтобы вы понимали всю серьезную ситуацию. Если эту хуйню не будете ловить, босс будет очень простой для вас. Слуш выйти, я думаю, проблем нет. Зеленое говно на полу, с него надо выйти. Дамажит много. Будете там, блядь, ну, зависать, лакать, пиздец. Теперь касательно слизни, это все понятно. Переходка понятна, да? Зеленую колбу увидели в дебафе, стали в треугольник. Красную увидели, стоите в кресте, ждете, дамажите, если РДДшник, ждете, если милик. Выбрала цель, дамажите. Хилы хилят. Теперь, значит, ШВ будешь отдавать на момент, когда на переходке слизень из квадрата дойдет в треугольник. Вот, и первый взрыв сделает. Ну, как правило, там рейд на фулл хп. Вот он первый взрыв сделал. Потом он начинает выбор цели и этот еще взрывы делает. Пока там его не убьют, он 3, 4, 5, 6 раз взорвется. Ты даешь ШВ на эту хуйню. Вот. В принципе, все с этим понятно. Дальше босса мы на второй переводим. Будет третья фаза. Слизней убиваем. И босса начинаем, значит, водить. Теперь нужны такие люди, кто понимает, что такое стаунтить босса. Что такое забрать стак. Кто знает, плюс они тебе в рейд. Вот огнестойкий красавчик. Кто у нас еще в рейде есть, нормальный пацан? Вот. И Дед Мороз, и Кази. Вот этого хватит, в принципе. Ну, как сделаем? Значит, босс на Эликсионе будет. Вот мы. Каст «Мутировавшая чума». Название. Ну, там, блин, коните, кто может, с книжки. Вот. Он каждый периодично, каждые 10 секунд. Что мы делаем? Мы профа к столу отводим, начинаем двигаться или против, или по часу стрелять, как удобно, как танк поведет. Вот главное, что милики колбы не ловите. И все. Значит, первый стак, хустим, вот огнестойкий, ты будешь таунтить первый. Казик, ты будешь второй, ДК уже последний. Вот трех людей хватит. Какой смысл? Значит, каждые 10 секунд он стакает на танке дебаф. За 1.5 секунды примерно до того, как он на танке обновит дебаф, настакает, вы нажимаете таунт. При этом надо находиться от босса вот метров на 30-35, ну и сколько там ранжа, там, ну 30, да? Вот стаунтили и бежите, вот, чтобы вас босс, ну, не добежал, то так и не убил. Вот, танк обратно забирает, Лексион обратно забирает, все дальше танчит. Вот, как только 3 стака набирает огнестойкий, идет в мелизону бить босса. Но опять же, не сдохни, не слови колбы, ни в луже не встань, потому что если человек с стаками умирает, босс отхиливается. Вот, подбегаешь, бьешь, дальше следующий выходит казик. Нажимает в протстойку и спокойно стоит, ждет. Один стак забирает, потом второй, потом третий. Потом это подбегает, бьет босса, выживает. Подбегает на 30 метров Дед Мороз. То же самое делает. Дальше уже босс умирает. Вот. Это было, чтобы понятно. В принципе, челики, кто стаунтит, есть. Думаю, проблем не должно быть. Ну, давай трай дадим, минус один. Посмотрим, что как. Значит, я буду в кукле. Так как Фрост ДК у нас нету, будем делать так. Сейчас смотрите, вот рыба. Подходите. Смысле нету. Я не про то. Эртру есть. А, про танка? Значит, Эртру, или будешь кидать на куклу сейчас умножение буйный рост. Все садитесь, ешьте. Да, я знаю. Я отчет в кукле не смогу дать, скажу голосом. Просто я насчет 3 раз, 2, 3 и все. Сейчас выпью. Никто не бьет, ничего не пулит. Вот. Сидим, рыбу едим. Чё там? Ты на меня кидаешь там умножение буйный рост? На куклу? Ну? И рейд подхиливать? Нужно рыбу есть, кто не хилы. Так, 16-24, все, готовимся, поближе к боссу встаем. Мы тоже не оттуда же будете бить, миленький, и танк, надеюсь. Но пылы на Эликсион, если что. На счет 3 готовимся. 1, 2,
3, поехали. Намажем. Лужа, выходим с лужи. Зона. И РДДМ вышли. Так. Под квадрат проводи, профа. Вот зеленый сейчас будет, готовимся. Мильки сразу его бьем. РДД стоим. Все, дамажим. Слизня дамажим. Так, лужи. Выходим с луж. Так, будет еще красный, я так понял. Дамажим. ПС мало. Блять, ебаный в рот, нахуй. Один кадр в секунду, нахуй. 3 секунды лужи будет, но вы видите, слизня красного. Цель красного захиливаете. С лужи выходим. И... быстрее красного добейте, рейд, ну вообще играть будем, нет. И профа надо переводить. Быстрее добили и профа переводим. Веди профа к столу. Вот. Зеленый выходит. Вот, с зеленым дебафом. Че, он третьего слизня выкинет, нет? Нет, не выкинул. Че, не, да, никак, да, не получается литр пива. Не получается до треугольничка добежать, блять. Скорости не хватает, да? Ясно, нахуй. Вот кому объяснял, блядь? Вот как? Просто объясни, ну почему нельзя было добежать до ебучего угла? Поставил туда метку. Наверное, им надо было сказать заранее. Я вот подошел, только один был. Диспельте куклу, кто может? Да, блядь, сука, кому я рассказывал 30 минут, нахуй? Просто так сидел, пиздел. На практике надо. Ну вот тебе и практика, блядь. Выговор, выговор тебе, литр пива. Пиво хуёвое было. Потухшее, наверное. Короче, вот босс переводится на 80 и 35%. Вот сейчас вы увидели вайп рейда, блядь. Когда слизень, ну, мы играем по тактике, чтобы слизень выбирал все цели, которые стоят в треугольнике. Вот, он выбирает только цели с зеленой колбой. Если вы туда не будете бежать, блядь, то будет вот такая вот хуета вакханалия, блядь. Можно, в принципе, и так играть. Могу вас на другой тактике приучить, если это слишком трудно, блядь. Забежать в уголок, блядь. Скажите мне сразу. Не-не-не. Давай к этой привыкнем шаг. Хотя бы. Так, что там время? Дай людям шанс. Еще трайн даем или что? Уходить надо. Да, да. Уходить надо. Все, давайте пизду, давайте чилить, короче. Ну, в принципе, ну, это, смотрите, есть видео всей этой хуйни. Все это на ютубе есть. Открываете. Если тактики сложно слишком для вас читать, открываем, то все, блядь, проговаривается. Кому, куда бежать, что, какие вайпы, как было. Все, открываете, смотрите. Слав, можно вопрос? Ага. На че, ну, просто хуй забиваем? Ну, я не хочу завтра сюда идти, потому что я хочу пойти на робота, на котором, меня, блядь... Надеюсь. Почему, блядь? Мы на следующем куда сюда пойдем? Обязательно. Нет, я имею в виду, смотри. Ты про что? Ты про, блядь, чуму, которая перекидывается, что ли? Да, прыгающую эту херню. Никто на нее хуй не забивает. Надо просто стоять, чтобы вокруг тебя всегда были люди. Если ты один выбежишь с этой чумой, она будет усиливаться и убьет тебя. Да, надо, чтобы ты стоял как минимум с кем-то одним. Все, в принципе, неплохо. Сейчас я немножко с ИПГП поработаю, значит, сделаю срез. Завтра уже, который ИП будет в сибирском начисляться, уже будет поменьше на 25%. Если тебя не затруднит, скинь в какой-нибудь канал Лутмастер или аддон, который... У нас есть аддоны. Канал аддона, там все аддоны. Там ИПГП, Лутмастер, все единое. Все, там есть. Все, значит, это самое. Дед Мороз там или кто, вступайте, это самое. Вот.
вступить, если я, потому что сейчас этим буду заниматься быстренько, чтобы мне завтра это время не тратить на это. Вот. И это самое. Начнем ИП накидывать. Насчет правил, там, если кто еще не ознакомился, прочитайте там. Там несложно. Вот, касательно консула и касательно ИПГП, там все очень просто. Я стараюсь больше людям как бы свободу давать. Вот, и право выбора, что вот вы можете выбрать. Либо вы хотите строго по ИП играть, вот если вы там уверены. Вот, либо вы хотите там, ну, какое-то к себе там снисхождение, какой-то себе поблажки, там, не знаю, если вот вы редко играете, все в этом плане, все решаемо. Нету такого, что вы там, ну, не пришей пизди рукав. Просто надо поменьше молчать и как-то, не знаю, общаться, писать, что-то переписывать, там, не знаю. Да, с друг с другами общайтесь, дружите. Вот, там, если какая-то сколько нужна заранее обговаривать между друг другом, чтобы, ну, типа. Да, да, Киризайт, там этот самый. Там Элия возьмет или Лучезара. Сейчас я, короче, ну, напишите там, вот у них есть это самое право приглашать. Все, я мутану микрофон, что-то я заебался пиздеть. И это поделаю дела, короче. Давай, спасибо за рейд. Да, всем пока, всем спасибо. Вам давайте, всем спасибо, пока. Что пришли. Молодцы. Да.